Всем привет, с вами Fancy Something. И сегодня со мной моя подруга Марина. Мы будем снимать для вас Bean Boozled Challenge. Вы наверняка видели на YouTube, поэтому не буду рассказывать вам все правила и так далее. Просто едим конфетки и плюем в эту чашку. Вот мои Bean Boozled. Мы вот все сложили вот в такую прозрачненькую тарелочку. На самом деле оказалось меньше, чем я планировала. Не знаю, казалось, что гораздо больше. Ну, ничего, нам хватит, мы наедимся, да? Наплюемся. Ну, это ты наплюешься. Хорошо. Поехали. О, черт. Короче, в этой пачке есть новый вкус. Один вкус, это получается вкусный, это типа лакрица, я не знаю, что это такое, но говорят, очень вкусно. Второй вкус, это получается моча ускуса. Какой-то спрей. Очень вонючий. Чего так страшно? Вот, мне тоже. Чего ты там убираешь? Надеюсь, эта камера записывает. Раз, два, три. Лакрица. Боже, это так мерзко! Ну, лакрица тоже не самый вкусный. Какой вкус? Опиши. Моча. Что-то протухшее, что-то очень мерзкое. Хочешь попробовать? Нет. Господи, ну что я подписалась? Смотри, сколько. Фу, какая гадость. Сейчас ты съешь соплю. Хочется это, рот с мылом помыть. Сейчас ты съешь соплю, и все пройдет. Давай ты выбирай теперь. Я выбираю. Со вкусом тутти-фрутти или вонючие носочки. Обожаю вонючие носочки. Ну вот это самое красивое. Да, да. Не подведи, пожалуйста. Давай, чокнемся. Да. За наше здоровье. А я вот не пойму. Да, зато прошлое перебило. Но если бы это были вонючие носки, ты бы это... Поняла. Да. Я тебя ненавижу. Я больше не хочу. Боже. Какая-то какашечного цвета. А, ну это, короче, либо собачья еда, либо шоколадный пудинг. О, все говорят, что собачья еда это не так плохо. Да, мне тут так кажется. Я в детстве ела. Коричневая? Да. Что? Ты в детстве ела собачью еду? Да. Зачем? Не знаю, хотелось попробовать. Да всем же хочется попробовать, нет? Я одна такая. Да, у меня собачья еда. Собачья еда. Да? Знаете? На какие-то чипсы, что ли, похоже? Да, вкус бекона. Ничего так. Не, ничего так, по сравнению со всем тем, что я ела, я это даже съем. Спасибо, спасибо. Это так странно, когда конфета... бекона, да? Да. Хоть что-то вкусное съела, давай. Тебе не привыкать, Мария. Че, я выбираю? Да. А какая-то лимонного цвета штука. Протухшее яйцо или попкорн? Вливательная тарелочка, иди ко мне. Да, понюхай. Непонятно. Непонятно, давай. Я не поняла, что это, но это так мерзко. Это не яйцо, кажется. Но это мерзко. Это не яйцо. Это не яйцо, но это ужасно мерзко. Это так масло. Да, масло. Там же написано баттер, что-то попкорн. Это вот самый тот вкус, когда ты не выиграешь ни в каком случае. О, надо голубинку есть. Зубная паста. Да. Надо под самый конец, чтобы вонь вся прошла. Да. Персик или... Да, это блевотина. Ну да, это... Вот это. Это оно. Вот это? Да. Давай, раз, два, три. Это персик. Я уже половину съела, прежде чем выплюнуть. У меня персик, видимо. От Марины так ужасно пахнет, что мой нос чувствовал, что как будто у меня что-то другое. Ты мне весь аппетит испортила. Фу, пес, мне ни разу не повезло еще. Тебе повезло, у тебя была собачья еда.
На работе на это ужасно. Да? Она кислая и какая-то, не знаю, что-то протухшее. Так, следующее. Газон. Так, газон, ну то есть трава или лайм. Что там? Лайм. Лайм. О, это вкусно вообще. Блин, это божественно просто. Очень вкусно. Какие вы похожи? Она прям все сразу тут вычистила. Последние есть. Да. Надеюсь, это не самая последняя вкусная конфета. Давайте я его ем. Детские подгузники либо кокос. Кокос. Нет, салфетки. Вкус какого-то чистящего средства, что ли? Ну, типа такого. На самом деле, неплохо. Вкусно. Либо голубика, либо зубная паста. Зубная паста. Неплохо. Зубная паста. Освежающая так. О, прям. Но все равно отвратительно, честно говоря. А мне нормально. Я вообще не люблю мятные конфеты. Я люблю. Как будто бы мед какой-то. Вкусненько, на самом деле. Но не моя. Одна конфетка. И мы сейчас сделаем камень, ножницы, бумага. Кто съест эту конфетку, это вкус соплей, либо вкус сочной груши. Сулипа. Сулипа. Давай. Я закину тебе его в рот, открой. Давай, тебя не видно время. Нет, если она одна, наверное, положили что-то хорошее. Конечно. Для таких наивных, как ты. О, это сопля? И ты не поняла. Это похоже на... Ешь обратно. Это мерзко, но это не козявочки. Нет, это как будто бы цемент. Цемент? Угу. Ну-ка обратно съешь. Ну вот и все. Надеюсь, вам было приятно на это смотреть. Вряд ли. Я бы показала, но думаю, не стоит. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока. У меня что-то с голосом.